Друзья, рад вас приветствовать на канале Застава Фильм. С вами я, Александр Заставнюк. В общем, всех с наступающим Новым годом. Хочу вам пожелать в новом году больших трофеев, хороших раздач рыбы, ну и, конечно же, жен, которые будут отпускать вас на рыбалку. Итак, приступим к небольшому рассказу по поводу того, куда я пропал на полтора месяца, почему не выходили ролики на YouTube. Те, кто следят за моим творчеством, знают, что произошло много изменений в работе у меня и, соответственно, в личной жизни. То есть полтора месяца назад я решил уйти из компании БАТ, создать организацию «Рыболюб» с торговой маркой «Рыболюб». И, соответственно, за полтора месяца мы сделали просто огромную работу, проделали, сделали сильный бренд, который уже стал известен рыбакам по всей России и горячо любим, потому что приманки ловят, приманки хорошие и, ну, нет нареканий, по крайней мере, пока что по продукции. Возможно, потом кто-то скажет что-то доработать, без этого никак, обязательно учтем и доработаем. Начнем небольшой обзор. Значит, с авторского балансира «Тюлька», который я разрабатывал, исходя из своего опыта любительского спортивного блеснения. Здесь идет имитация живой тюльки. То есть, ну, мы ее сделали форму чисто в один с тюлькой. Исключив классические особенности балансира, у нас идет широкий верх и скос на низ, то есть на угол. И это придало балансиру небольшой завал при восьмерке, соответственно, имитирует уже подраненную рыбку. И балансир идет широкой формы, соответственно, в воде он более привлекательный для хищника. Так, балансир универсальный, окунь, судак, щука без проблем. Потом, следующая модель, это у нас торпедос. Он сейчас только выходит в продажу, после праздников появится на сайте рыболюб.ru.рф. Здесь идет тоже ряд своих особенностей, на которые стоит обратить внимание. Это цельнопластиковый литой балансир, хвост у него не клеенный, хвост целиковый. Соответственно, вы должны понимать, что здесь отваливаться просто нечему, сломать балансир невозможно. Ну, соответственно, если только машиной его не переезжать туда-сюда, тогда будет все у вас нормально. Ключевая особенность еще, здесь исключен передний крючок, то есть облет уже цепляться ничего не будет, сливать рыбу тоже уже не будете, вся поклевка будет у вас либо в нижний тройник с каплей, либо в задний крючок. Соответственно, вот эти балансирчики тоже себя хорошо на рыбинском водохранилище зарекомендовали. Недавно мы с ледоколом Зиной выкладывали видео, что неплохо их оттестировали, и сейчас запускаем их в серию. После праздников, там 5 числа, смотрите их на сайте рыболюб.ру, рыболюб.рф. Я думаю, пойдут уже в продажу. Следующие у нас приманки — это 3 размера, серия Light. Это у нас Raptor, который нашумел в интернете. Это его упрощенная серия, балансиры серии Light, Raptor. Они классические формы под раполу, то есть которые все знают, но у них идет уже корейская фурнитура и стандартная покраска, то есть они недорогие, это больше для рыбаков, которые ценят, чтобы приманка работала и, в принципе, больше от нее ничего не требуется, она должна работать, ловить, приносить рыбу. Соответственно, Raptor Lux, который нашумел в интернете, мы первые достигли такого качества в покраске, крепление хвоста, то есть у нас идет не лакированный покрас. Соответственно, исключаются все возможные трещины, повреждения балансира, краска отходит только вместе со свинцом. Ну и, конечно же, наш хвост, который можно гнуть. Там я не знаю, что с ним только делать. Он невозможно его сломать, он отлично держится. И ни при каком морозе, холоде и воздействии он у вас не отлетит. Соответственно, здесь идет овнерская фурнитура, что вверх, что низ. Потом, ребят, это не все. Мы еще успели выпустить и заказать корейских приманок под своей торговой маркой. Это у нас силиконовые приманки Minoga в двух размерах 80 и 100. Силикон неплохой, то есть это не оригинальный шаритен, который можно сравнивать, не нужно сравнивать. Это наша торговая марка Рыболюб и наш, соответственно, силикон. Он немножко попроще, покраска тоже попроще, но цена в розницу 200 рублей. Так что выбирайте сами. Около 2000 или 200. Сколько можно поймать рыбы на нашей приманке? Так, соответственно, у нас еще есть ратлин карась. Кеп, дай, пожалуйста, карася. Сейчас покажу вам еще один пластиковый ратлин мы выпустили. То есть мы в основном решили идти по имитациям. У нас есть вот такой вот пластиковый ратлин карась, который в 80-м размере идет. Чисто судачья приманка. Она шумовая. Если Minoga идет глухая, то этот ратлин шумовой. То есть, соответственно, было его много, сейчас
стало мало. Потому что, как бы, наши рыбаки тоже прочухали, что за такие деньги можно спокойненько покупать приманку, которая работает и неплохо ловит рыбу. В общем, друзья, всем еще раз большое спасибо, кто меня поддержал на стадии создания организации, на стадии создания бренда. Будем стараться дальше, впереди еще много новинок. Мы еще не закончили с зимой, будут еще новинки по зиме, соответственно, будем уже начинать готовиться к лету. Летом тоже будет много чего интересного, мы запланировали огромную широкую линейку приманок. Так что всем большое спасибо, скоро начинаем дальше продолжать съемку на канал Застава фильма, больше пропадать не будем, основная работа уже сделана, сами можете видеть, сколько было проделано работы. Макс, покажи, он снизу, сверху, по приманкам. То есть довольно-таки большая широкая палитра уже запущена и опробована рыбаками. Так что, ребят, большое вам спасибо, оставляйте свои комментарии под видео. И самым трем лучшим комментариям, которые мне понравятся, я переведу на карточку по 500 рублей. Без обид, буду выбирать на свой, так сказать, лад, который мне понравится. То есть это поздравление с Новым годом, может, либо какие-то искренние пожелания. То есть, ребят, чисто вот выберу тех людей, которые больше всего, так сказать, зайдет мне ваш комментарий. Вот, на карточку 500 рублей, как новогодний подарочек. Либо пишите в комментариях, что не надо так делать, давайте разыграем через генератор случайных чисел. То есть 3 победителя по 500 рублей на карту каждому, чтобы не надо там пересылов, тратить время. Чисто так новогодний подарочек от меня лично. Так что, ребят, всем еще раз большое спасибо. Давайте комментируем, пишите, как вам устроить розыгрыш или конкурс. То есть если будет много комментариев, что давайте через генератор случайных чисел, соответственно, эти комментарии, которые вы даже писали с пожеланием о конкурсе, тоже войдут в генератор. Вы это тоже момент учитываете. Все, ребят, всем большое спасибо. До скорых встреч в новом 2021 году.